Делается движение рукой вперед. Защищающийся должен контролировать дистанцию во время движения руки партнера. Все время двигаться синхронно с ней, не давая кончику ножа войти в свое тело. Вы видите, как выполняется своеобразный танец на кончике ножа. Выхватывание оружия с контролируемым ударом. Еще одно специально подготовительное упражнение. Это очень важное упражнение. От того, как вы научитесь быстро его исполнять на тренировке, в бою будет зависеть ваша жизнь. Учиться быстро доставать оружие нужно из разных положений. Тренируясь как в паре с партнером, так и без него. Вот видите, повторная атака.